Управлением по работе с молодежью администрации городского округа Мытищи совместно с муниципальным бюджетным учреждением районный молодежный центр «Маяк» организовано спортивно-патриотическое мероприятие, приуроченное к 75-й годовщине контрнаступления под Москвой. 75-летие годовщины начала контрнаступления под Москвой – это действительно праздник для всей нашей страны. Именно здесь фашистские полчища получили первый ощутимый удар по зубам. Именно отсюда они начали свое отступление вплоть до Берлина. Своим отношением к важным историческим вехам истории Родины делились и гости праздника. 75 лет назад ваши деды, ваши прадеды, наши деды, наши прадеды дружно прошли парадом по Красной площади 7 ноября. Весь мир ахнул. Это был парад не фашистский, а был парад нашей страны по Красной площади. Мы прошли парадом и из парада ушли сразу на фронт. На фронт, где стали сердцами, душами, телами и не пустили фашистских захватчиков к столице нашей Родины. За огромный вклад в организацию мероприятий, посвященной памяти Великой Отечественной войны и помощи офицерам России, был награжден орденом за благородство помыслов и дел руководитель исполнительного комитета Общероссийской общественной организации офицера России по городскому округу Мытищи Станислав Шамков. От имени Совета ветеранов мы его награждаем орденом за благородство помыслов и дел. Это замечательно. Награда. И желаем, чтобы в дальнейшем эта работа продолжалась. На мероприятии прошла выставка боевой техники и оружия времен Великой Отечественной войны, а также современного боевого оружия, техники и имущества, стоящих на вооружении вооруженных сил России. Сам праздник ознаменовался выступлением школьных коллективов. Учащиеся исполнили литературно-музыкальные композиции «75 лет в битве под Москвой». Отчизна, родная Россия! В труде или в смертном бою еще не родилась та сила, чтоб силу измерить твою. А завершился спортивно-патриотический праздник эстафеты школьников 9-11 классов. Ребята проявили упорство в борьбе и в честном соперничестве выявили, какая команда стала самой быстрой, выносливой, сильной, координированной и организованной. Владимир Малявин, Олег Степанов, информационная программа «День».